Чем перископчик пошел? Блин, нихуя поясница как-то. Ем рыбу, мясо, не молочь. Блять, ты напиши, бля, жри солнце, хули здесь. Че тебе сделать-то, блядь? Жри солнце, жри солнце. Че жрать, если она хуй хочет, кем она хочет быть? Праноеда, пусть воздух жрет. Привет, привет. Праной питается. Утренняя прана, на завтрак прана, потом что у нас? На ужин вода. На ланч. Покажи пресс, Гошан, давай, что ты там, давай, ну-ка еще раз, давай. Бегом. Где Сережа? Где Сережа? Давай, пошли. Привет, давай. Красавчик, молодец. Ой. Да. Запрыгался. Запрыгался, блядь. Воднище пошло. Ух. Серёг, подключай своих подписчиков, сейчас буду показывать. Что все знали, что я... Гошан, рада тебя видеть тут. Гошан, я вернулся, блядь, да. Непобедим, нахуй. Хуясь, блядь. Вызывайте там на обои. Аккуратненько. Сейчас меня вызовут. Так же пизды дадут. Как этому, кому там дали пизды? Давай. Столяров. 6 кубиков, давай. Какой 6? У меня 17. 8, да. Клоп. Пьяный стиль, я научился подхватить и шел. Лайка, подписчика, держите так. А? Обды, какая-то реклама. Да. Сколько я уже, да? 49 человек тебя смотрят. А? Нет, сколько я уже прыгаю? А, ну минут 10, наверное. Вечерний. Координатор. Не, он что-то съел, короче, мы не знаем, где он съел. Ебанул. Твоих гроу-фута нажрался там. О, это... реклама. Супчика. Ты томатный супчик. Я не знаю, с чем они его дают. Это у тебя капуэра? А, да. Мне кажется, что... У меня же этот сегодня как... Пятница. Пятница? У вас в Питере, да? У вас же здесь неделями живут. Что вы тут в пятницу отдыхаете, жрете амфетамины с кокаинами нюхаете? Что вы? Тихо. Где... Гошанчик. Ой, Гошанчик. Гошанчик. Вон. Серёж, помаши мне ручкой. Привет. Серёга все пишет. Программчики. Ну вот она я. Ой, тут цвет такой хороший, смотри, я ноги видел сразу. Оп, оп, смотри. И ноги у меня сразу. И я тоже худенькая. Тошнит уже. У нас тут вечерняя кардио. Ну что, пошли гулять? Так, а знаете, что этих... красавчиков вообще не вытащить. Не вытащить из дома. Пинайте их. Пинайте, пишите им дерьмо всякое. Чтобы они здесь в какашках были. Ты весь сырой уже. Ты потный. Вообще, сейчас умру. Да, пора. Ты заболеешь. Во, мне хватит эти подсовывать. Где ваша мотивация? Почему я слышу последние 2 дня, ты заболеешь? Ты заболеешь. Как можно быть здоровым, да, когда тебе говорят, ты заболеешь, потому что... А? Я на вас насылаю энергию счастья. Получайте 50. Сколько несешь? Сколько там людей? 7 человек. Я мелькаю. Гошан, прекрати меня. Вы не можете меня поймать. Попробуйте словить на мне внимание. Ты меня убьешь. Опасный Гошан. Если там женщина... Да, женщины, конечно, пойдемте гулять по Петербургу. А? Какие женщины? Не хотите женщин? Женщины. Не хотите же? Мужчины, пойдемте гулять. Ну что, ребят, завтра у нас Дочи Джим, да, в 17 часов будет прикольное мероприятие, да?
мероприятие будет проводить Бубликов и Басков. У них будет семинар, мы туда тоже заявимся, да, Гошан? Конечно, принц должен проведать. Что вы здесь в Питере делаете, а? Да, да. Без меня, пока я там отдыхаю. Как вы пишете, отдыхаю я везде тут. Так, господи, чего там делает? Серега, программу? Ну, все жрет, жрать нечего. Пишу программу. Видите, на самом деле, какие спартанцы были маленькие раньше. Мне даже этот не налазит ихний шлем. Ты реально карты делаешь, что ли, Гошанчик? А? Ну, а чё бы нет? А ты ничего не ел, как на жиржигаке не ел? Я там что-то порошок какой-то на столе лежал. Я думал, сахар или что там, фит-парад. Фит-парад. Оказался фен-парад. Дурак. Слушай, тут хороший свет такой, реально. Хороший свет. Хороший свет. Так, ребят, ну что там? Может быть, среди этих 70, сколько их там? Уже 50. 50. Давай на фитнес-тур-то. Фитнес-тур, алло. Давай, рекламируй. Фитнес-тур 25 сентября. Мы в Сочи будем ездить на яхтах, массажироваться в спа-салонах, забираться на горы. Кто со мной захочет поедет в Абхазию, я вас заведу во всякие лагеря, на горы будем подниматься, смотреть. Играть в футбол, играть в волейбол, кататься на сапах. Когда это будет? Будут дискотеки. 25 сентября, ребятки, мы вас ждем. Пишите Сережке, пишите мне. Я, правда, не знаю, что отвечать. Вот. Самое главное, что нужны, бабули, энтузиазм. Дома не сидите, потому что скоро тут, что там, в Питере-то вообще, походу, у вас зима и не кончалась. У вас тут дожди. Вот, а там и правда лето, братва. Куда заведешь, спрашивает, ты тут наболтался к этой ей. Куда заведу? Девчонка пишет, куда заведу. Мальчишка пишет. Я ее заведу. Собак под кусочек по полям гонять. Собак можем, давай, что-то кардио, прикольно. Собаке пинка дал и погнал. Нет, тут отличный свет, кстати. Кстати, по поводу кубиков. Ну-ка, шариками не засветить. Ну что там, у меня походу видно кубы, смотри. Меня тоже видно. Лайков больше ставьте. Блин, прикольно. Ладно, приду. Смотри, это я курить бросил. Ты мокрый такой уже, капец. Ага. Ну а что ты делать? Вместо курева надо, знаешь, куда силы-то теперь девать. Семечки. Не сгоряй. Семечки. Сейчас соседи придут. Бля, буду еще их пиздить, бля, теперь. Потом вас выгонят из видите, дома. Видите, у адской наварской, какие кубики, а? Скоро уже число-то. Скоро будут тараканы. Они уже по Сереге ползают, тараканы, смотрите. Просто в рот не залазит пока. А вы заведите, слышишь, домашнего таракана? Нет. Домашний, пусть он с вами живет какое-то время, а потом надо будет сожрать его. Давай-ка, целуй меня. Поцеловать тебя? Давай-ка. Кто там смотрит? Все. Ничего себе, все смотрят? Прости. А все будут смотреть, как я целую тебя? Ну, как ты помягче. Любишь меня? Проси у своего голоса. А меня будешь целовать, Серега? Проси, что хочешь скажет. Хочешь меня? Что скажет тебе голос? Подожди, надо попасть. Тихо, куда, блядь, ноги отдавил его? Как ним. Поцелуй Сережу тогда. Нет, не целуй его. Целуй его, он портрет. Ну что, давайте прощаться. Цветы вам, дорогие мои друзья. Сколько их там человек? Мои цветы. Сколько их человек? Почти 180. 180 человек уже? Блядь. 6 группов пишут. Ребят, то только 190. На 50. 192. Все, пошла тема. 99. Надо больше. 201. Пошла, да? 208, 207. Может быть, это я догадаюсь? Ай, не могу, дурак какой. Да это мы просто втроем поцеловались. Да? Да. Так, фу. Ну все. Чё? Давай, всем привет. Всем пока. Всем пока, ребятки. До встречи в Сочи. Блять, вас целую. До встречи в Сочи. Сережа, говори, до встречи в Сочи. До встречи в Сочи, если наберется народ, и мы вообще поедем в Сочи. А если не наберется, мы поедем сразу в Азию. Давайте на доставочку вместе. Понимаете. Конечно.
Я бы еще, знаете, куда поехал? Кидайте донейшн. Фу, черт. Сережа, ты мокрый, сырой. Ты можешь подержать сейчас? Мерзкий какой. Только на заставочку, спасибо. Чего ты творишь? Я могу остановиться на заставке. Давай, иди сюда. Давайте, кто-нибудь жмите.